Дариду существует с 2016 года. Сначала мы помогали продуктовыми наборами нуждающимся семьям, людям, которые оказались в кризисной ситуации, там родители-одиночки, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды, пенсионеры. В октябре 2020 года мы запустили благотворительную доставку. Каждую неделю мы раздаем там 300-400 обедов нашим подопечным. Вот сейчас уже в 6 районах Москвы мы приносим обеды. Я коренная москвичка. Меня зовут Лидия Петровна. Мне 91 год. Заслужила мастера спорта по легкой атлетике. Работала в госпитале, помогала раненым. И когда вот война кончилась, стала работать на восстановлении храмов. Меня взяли и сняли с обслуги соцработников. То есть мне хлеб принести некому даже. Я одинокая, брошенная старуха. Я, считайте. Каждую неделю мы делаем примерно 40 комплектов еды. Мы делаем больше домашнюю, потому что ресторанную еду, наверное, неправильно будут воспринимать. У меня у самого были и бабушка, и дедушка. Понимаю, что это те люди, которые, в принципе, дали нам жизнь. И если есть возможность, в любом случае надо им помогать. Самое главное не то, что там денег нет. Пойти некому раз, а потом заготовить трудно старухи-то. Самое страшное, когда нет лифта, и они живут на 4-5 этаже. Когда про них забывают родные и близкие, они остаются совсем одни. Ну и одиночество. Многие остаются одинокими и там по 2 года не выходят из дома. То есть у некоторых есть телевизор, у некоторых есть книги, журналы, которые они перечитывают уже миллионный раз. Важно вдохновить их и попытаться им помочь, как только можно. И я верю в то, что помогать — это круто.